Всем привет! Наконец-то мы доехали до Рима. Я уже не знаю, это говорил или нет. Мы, короче, заселились, сняли одну комнату в гостевом доме и проспали 4 часа. Сейчас на часах... Сколько сейчас времени? Я часы дома забыл. 16:41, и мы сейчас хотим поехать на Колизей. Посмотреть, пофоткаться. И уже на завтра еще взять билет, чтобы зайти внутрь и изнутри посмотреть. В общем, пока что мне тут очень сильно нравится. Я даже пока что не в центральных улицах был, а только вот у города, да, то есть, можно сказать, на окраине города. В общем, тут клево. Ну, все же окраина чуть-чуть считается. До центра города пешком дофига, где-то 6 километров получается, да, уже окраина, походу. И тут довольно солнечный день, но не настолько жарко, не настолько душно, как в Грузии. Несмотря на то, что тут, допустим, солнце светит, но все же свежий ветерок дует. Свежий прохладный ветерок. Мы не туда свернули? Дал ему GPS, пускай он поведет нас, и нифига. В общем, мы дошли до метро, где-то пешком. Не больше 10 минут. Это у них переход в метро такой. Надо купить билет. Так, для начала English сойдет. Тут эти измен... А, тут на минуту. Рома 24 часа. Это лучше завтра взять. Можем сейчас взять. Кэш можешь доплатить? У тебя кэш есть, да, копейки? Да, не, ну да, копейки надо. А это другие копейки остались у меня. Там, но у меня тут есть... Не, сейчас, посмотрю. Платежи хотели. Ну подними хотя бы. Пока что микробы не сели. Ну уже микробы. Ну блин, правило 3 секунды, ну ладно, правило 5 минут, подними быстро. Нет, уже с ними 10 лет. Блин, мы сейчас будем какие-то покупать, что ли? Тут, кстати, как мы поняли, в общественных местах надо надевать маску. Блин, в метро надо маску надевать. Он еще пнул ее ногой. В общем, вот так вот. Ты не заметил, что в поезде носили маску, еще люди в ресторанах. Мне нужно 14 евро найти. Надеюсь, что у тебя получится 14. Что это за максимум чейндж? Что за чейндж? Короче, кидай. Где, куда кидать? Вот. Почему ты не чихаешь нормально? Я хочу, чтобы людям было красиво. Это сразу на двоих. А, нет. Окей. В общем, взяли на 24 часа безлимитный тикет за 7 евро, да? За 7 евро. В общем, неплохо есть что-то. Нормальный цен, то есть по сравнению с Нидерландами. Чекин там. Там или там? А, там. Так. Как это у них это работает? Точно трейн? А где у них? Нет, ты уверен? Это и есть минут, да? То есть трейн не было. Трейн. Метро и трейн. Да, это, короче, вот так надо делать. Если не ошибаюсь. Блять. Mm-hmm.
сломан или что? Ну, можно видеть, попробуем. Это метро вот. Метро. Да. Ну ладно. Пекинское метро лучше. Да. Кондиционера нет, очень жарко. Личная жалость, еще чем-то и дорога. Нью-Йоркский. Да. Вот такой вайб есть. Колизей. It's my first time. Вау. Блядь, дайте, дай юнчам верню. Мы хотим туда подняться и оттуда на фоне Колизея сделать фотку сверху. Хотим фотографировать его, теперь главное ему угодить в фотку. Еще раз сделать. Еще раз сделать. Да, я поснимаюсь. Очень красивый город. Арага пишу. Что, надо подобрать, что ли, его? Там несколько копеек. Ну, надо собирать хавасис фотографии. Хочу в Инстаграм вот так попадать. Снимай на мой телефон прямо. Чтоб рилс. А, рилс. Да, убери это. Такие тут красивые улицы. Вообще шикарно. Вкусно поели. Да, пицца у них очень жирная была, не знаю, может только в этом ресторане так бывает. Но все же. И я хочу еще одно сказать, что впервые я реально с первого дня начинаю наслаждаться городом. Обычно как бывает? Я всегда стрессую, бываю очень агрессивным. Даже я помню, что когда я впервые был в Амстердаме, я вообще был такой разочарован, я не знаю почему. Мне ничего не нравилось, но потом мне начало все... нравится все раскрываться, а тут впервые вот так прям. Я сразу обалдел от этого города. Вообще страны, я думаю. Пока что в других городах не было, но вообще-то шикарно. Посмотрите, какие красивые улицы. Такие идеальные переулки. Прям чувствуется история, вот это что-то итальянское. В общем, очень красиво. Тут каждая улица, каждый переулок фотогеничный. Хочется прям снимать, показывать и ничего не говорить, просто наблюдать за этим. Реально очень красиво. Из-за этого забора невозможно нормально снимать.
Всем доброе утро. Сегодня уже второй день в Риме, и мы купили билет в Колизей. Вчера были только... Всем гуляли по окружности, но внутри не смогли зайти. Сегодня уже внутри зайдем. И сейчас в метро ждем поезд. У меня все лицо блестит, потому что я помазался кремом. У меня этот ожог лица из-за солнца. Это и такое лицо, вот так вот. Еще тут очень жарко тоже. Но не как в Батуми. Добрались мы до Колизея снова. И у нас билет, если не ошибаюсь, 1:30, и сейчас на часах без 20 час. Точнее, без 20:12. И еще нам больше много ждать. В общем, нас только что развели. Хочешь что сказать? Развели? Выключи камеру. Это фактически развели. Что значит развели? Нас никто не разводит. Короче, один чувак такой, афроамериканец, издалека подходит, типа, откуда? Мы такие сразу азербайджан, туда-сюда. Типа, и он начал говорить, что, типа, моя мама тоже азербайджанин, там, 5 лет жила или что-то такое. Это прямо у Колизея, если что. Да, и этот. И такой начал нам втюхивать какие-то браслеты, спрашивает... Если дети туда-сюда, и дал специально какие-то такие африканские камушки, типа на счастье, на удачу. Ключ нам отдают, и потом такой отходит, потом опять возвращается, можешь дать мне чуть-чуть денег. Мы такие говорим, что у нас особо нет. Ну, в общем, он начинает что-то такое стоять, смотреть на нас. И у нас были копейки, ну, копейками где-то 2-3 евро. Мой дом говорит, нет, это недостаточно туда-сюда. Если сейчас он нам дал 2 браслета, еще какие-то камушки. Мы говорим, что нет. Нет, он говорит, ну ладно, тогда возвращайте. Такой снял с нас то, что дал. И этот. И взамен только то, что мы оставили 2-3 евро, ему он оставил нам вот этот браслет. В общем, вот так вот. Я ему говорю, что нет, мне даже этот браслет не надо, вы возвращайте мои деньги, даже не обращайте на меня внимания и уходит. В общем, трэш. Короче, лучше ни на кого внимания не обращать, всех игнорировать. Если они примут это типа за расизм или что-то такое. Если честно говоря, я не стал бы с ними общаться, просто, я не знаю, подумал, что это неуважительно. В общем, мы уже зашли в Колизей, раньше времени нас пустили, к счастью. Сейчас будут уже кадры из Колизея. В общем, вышли из Колизея, и, кажется, тот билет, который мы купили, с ней еще, если не ошибаюсь, можно 3 места посетить. А билет мы купили за человека, дали 18 евро. Тут плаксую, как говорится. Так, здесь по лестнице прошли сюда. И тут прохладно. В общем, пришли в ресторан и заказали пасту, не фортучино. Фортучино, да, я правильно говорю? За 10 евро. И ты что заказал себе? Макароны, да. За 9 евро. В общем, ему не понравились. Сейчас я буду пробовать свое, это потому что... Евро. Да, мое 10 евро. Его только что принесли. Сейчас я попробую. Один
взяли такое мороженое. Два мороженого, сколько обошлось? 8 евро. Я взял ментол с шоколадом и еще таким вот с ягодами. В общем, Лаза заставил мне кинуть копейку и загадать желание. И, если честно, я в это не верю, но пофиг. Что сбудется, но я думаю, что и так сбудется, но все равно. Всем снова привет. И сегодня третий день в Риме. Мы сейчас идем в город Ватикан, город-страна. И будут следующие кадры оттуда. Ну, естественно, я буду... Город-государство, ладно. Город-государство. Естественно, я ничего не буду рассказывать, потому что я не разбираюсь в истории. И мне это очень сложно запоминать вот эти все даты, исторические названия, туда-сюда. Так что не мое. Я просто буду показывать архитектуру, как что выглядит. И мы уже приближаемся к входу. Сейчас покажу. Опять толпы туристов. Ужасно жарко. Вот это понимаю масштабы. Что матерился вот он. В общем, решили мы по дикой реке, где спокойно, меньше туристов.